В этом ролике я буду сравнивать двух годли юнитов туалет Tower Defense. Кстати, также прямо сейчас я разыгрываю мифического юнита. Чтобы поучаствовать, нужно просто подписаться на канал, поставить лайк под видео и зайти в босс. И добро пожаловать в туалет Tower Defense. И как я заметил, прошлый ролик, где я сравнил двух самых крутых юнитов из новогоднего обновления, вам очень сильно понравился, поэтому я решил сделать еще одно сравнение. Да и тем более многие из вас просили это сделать в комментариях под прошлым роликом. И буду сегодня сравнивать старого годли юнита апгрейда Титан Синемамена и нового годли юнита Титан Презентмена. Поэтому, ребята, прямо сейчас обязательно перед началом подпишитесь на мой канал, поставьте лайк под это видео, напишите какой-нибудь комментарий. В комментариях можете краски предложить, может быть, их вы хотите, чтобы я еще юнитов сравнил, может быть, вообще всех мифков в этой игре, да, или какую-то рубрику предложите, или какой челлендж вы хотите, чтобы я выполнил. В общем, предлагайте. Также прожимайте колокольчик, чтобы не пропускать вот такие вот интересные видосы. Залетайте в Дискорд, телегу, в телеге сейчас есть розыгрыш. Вот, залетайте. Все, в общем, все ссылочки будут в описании. Так вот, как я буду сравнивать юнитов? Смотрите, сравниваем этих двух юнитов, да. Будем играть сегодня две каточки. Посмотрим, кто из них сильнее, за кого удобнее играть, кто из них будет более интересным и более, скажем так, прикольным в игре, да. И это будет, опять же, мое личное мнение. То есть, опять же, может быть, для вас будет круче вот этот юнит, да, для меня будет круче этот юнит, или же наоборот. Посмотрим по итогу двух каток. Играть я буду на карте Норфпол, посмотрим, за кого из них я быстрее смогу пройти. Ну, например, перед началом можно даже сразу посмотреть то, что у этого юнита ДПС 71 тысяча, у этого 39900, но у этого есть, например, золотые подарочки, которым на максимальном левеле юнита могут сносить по 500 тысяч урона. То есть, непонятно, кто из них лучше. В общем, я беру дополнительных персонажей, буду брать одинаково, буду играть по одной и той же тактике, ну, практически, потому что все-таки разная у них сумма прокачки, разная сумма, чтобы поставить юнита, поэтому что-то может отличаться. Но дополнительного юнита я беру Санта Тивамен, фармилочка, также беру Фрозди Джесс Пикермена, тоже будет нам помогать в начале. И идем на карту Норфпол. Играем сначала со старым годли юнитом, смотрим, за сколько я смогу пройти, смотрим вообще, в принципе, будет ли легкая каточка, или придется попотеть, ну а потом пойдем уже играть с Титан Презентменом. Ну и опять же, еще раз, ребята, говорю, перед началом можете, вот пока я сейчас начинаю играть, да, быстренько давайте все подписываемся, ставим лайкосики и пишем комментарии. Ну и также взлетаем еще в телегу, ребята. Так, все, первая волна пошла, поставила этого юнита. Сейчас что мы сделаем? Мы прокачаем его на второй левел, потом мы потихонечку будем ставить наши фармилочки, да, будем их прокачивать, поставим вот этого на третий левел, прокачаем, потом поставим за 3000 вот этого юнита и будем потихонечку играть. Также мне многие, ну, как бы говорили, да, и то, что я в прошлом ролике очень много повторялся, там постоянно говорил там что-то по подарки, да, там 500 тысяч урона, 500 тысяч урона и тому подобное. В общем, буду стараться больше не повторяться, просто, ребят, сами понимаете, то, что когда ролик у вас на 50 минут, тем более тогда у меня еще была проблема с роликом, мне пришлось его перезаписывать. В общем, я прям конкретно устал, тем более не знал, что еще можно говорить, и вообще начал просто конкретно путать в своих словах, начал язык заплетаться. Поэтому я и очень жестко повторялся, но постараюсь больше так не делать. Так, с тем временем у нас третья волна, у нас 200 долларов, нам нужно 400, чтобы прокачать на второй уровень, тогда у нас уже урон повысится, будет у нас 750 урона в секунду, тем более это AoE юнит, и он достаточно хороший урон наносит по всем туалетам. Потом поставим наши фармилочки, прокачаем его на третий левел, я думаю, да, в принципе, за 800 долларов качаем его, поставим потом нашего годли юнита. Кстати, если я буду вдруг путаться и говорить, что не годли юнит, а мифик, то тоже, ребята, извините, потому что, если честно, то после того, как добавили годли юнита в игру, я вообще не привык. Вот как-то вот мне больше, почему-то я вот до сих пор еще привык к тому, что самый крутой юнит в игре это мифик. А годли я вот путаюсь и постоянно годли могу называть мификом, но постараюсь опять же тоже не путаться. Так, с... На третий левел нам нужно 800 долларов, да, но это, наверное, пока что дороговато, давайте лучше сейчас поставим наши, наверное, фармилки, да, сейчас мы 200 долларов копим, ставим фармилочку, после у нас будет новая волна, поставим еще одну фармилку, так, стоп, давайте быстрее, так, 200 долларов все есть, сейчас у нас будет новая волна, поставим еще вторую фармилку, потом поставим третью, потихоньку будем прокачивать все и потом поставим нашего годли юнита. Так, возможно, где-то, ребята, я перемотаю или где-то обрежу, чтобы ролик не был таким долгим. А может быть, ничего из этого не буду делать. Может быть, оставлю ролик как есть. Посмотрим. Возможно, ролик будет точно таким же, как и прошлый. Длинный, там, минут 40-50, не знаю. Опять же, будет зависеть от того, за сколько по времени мы сможем, опять же, пройти наш Норфпол карту, да. Так, давайте, наверное, сейчас лучше накупим 800 долларов, потому что сейчас уже пойдут жесткие туалеты. Поэтому лучше сейчас прокачать на третий левел. Опять же, был бы у меня, например, Титан Презентмена, я бы сейчас просто спокойненько в себе косарь бы накопил бы, да. Поставил бы сюда этого годли юнита и просто уже начал бы жестко фигачить. Но все-таки наш годли юнит стоит не 1000, а целых 3 косаря, так что нам до него еще очень и очень долго. Поэтому стоит лучше сейчас прокачать нашего Фрозди Джесс Пикермена, потому что он наносит достаточно неплохой урон. А до апгрейда Титан Синемамена нам еще не скоро. Нам еще как бы фармить и фармить, да. Давайте за 200 прокачать.
прокачиваем, вот этого за 200 прокачиваем, сейчас еще вот этого прокачаем. Конечно, скорее всего, ребята, судя по тому, что я вчера уже, если честно, начал пытаться это снимать ролик, но там я его, в общем, были некоторые проблемки, да, поэтому сейчас снова его снимаю. Вот, я, насколько знаю, вот этого юнита мы, скорее всего, пропустим, мы его сейчас не сможем убить. Конечно, сейчас, если чисто теоретически будет 11 волна, и у нас хватит денег, и мы сможем прокачать Фрозди Джесс Пикермена сейчас на... за 1500, да, возможно, мы его добьем. Если нет, мы его не добьем, у него останется лох хп буквально. О, не... а, мы добили его, нифига себе, повезло. Просто вчера, ребята, я, когда играл, да, возможно, просто где-то, может быть, я на секунду позже, может быть, прокачал юнита, да, может, где-то, наверное, профукался. И вообще, вчера вот этот Фрост Туалет, у него где-то буквально осталось 1250 хп, он прошел и снял 50 хп на нашей базе. Но пока что все нормально, в принципе, игра достаточно расслаблена, но, опять же, было бы круто, если бы мы могли сделать сравнение, как, каким образом. То есть я могу поставить чисто вот этого апгрейд стан Синемамена, да, поставил бы его и чисто вот прокачали бы его и смотрели бы, за сколько по времени смогу пройти. Но стоит 3 косаря, естественно, я его поставить никак прям в самом начале не могу. Мне нужно дополнительных юнитов ставить, чтобы нафармить деньги, получить также вот этого, поставить good юнита, прокачать его и так далее. То есть соло, конечно, с этим юнитом я никак не могу играть, все-таки дополнительные юниты мне тоже нужны. Поэтому точно по такой же тактике, ребята, я буду играть и с другим good юнитом, то есть поставлю Frosty Jet Speakermana, поставлю Sand, поставлю потом его, ну и так далее. Все, сейчас мы, короче, копим, наверное, 3 косаря, да, в принципе, или... Да, у нас еще, уже 2400, сейчас мы копим, ставим вот этого год юнита, да, телевизора, и, в принципе, уже у нас начнется довольно-таки неплохой фарм, жестко месилово, короче, начнется. Так, мутантов мы добьем, боссов добьем, все хорошо, все в порядке, все, 3000 есть, смотрите, казалось бы, изначально маленький радиус, да, ой, блин, а сразу же застанем, вот это самая главная проблема, ребята, у нас в самом начале очень маленький радиус у этого юнита, видите, у него маленький, маленький радиус, да, поэтому многие туалеты успевают подойти сюда и начать... постоянно станет нас, поэтому в этом и прикол. То, что если бы не Frosty Jet Speakermana, мы, скорее всего, сейчас попросту проиграли бы, потому что, если вы посмотрите, вот, нас уже застанили, мы попросту ничего не можем сделать. Так, о, слава богу, пила у нас прошла, все хорошо. Так, сейчас мы тогда прокачаем нашего телевизора. Так вот, изначально у God Lunita, да, например, или же у Мифика Новогоднего, у них достаточно большой радиус, и они неплохо прокачиваются. Но максимальный радиус у них большой, но не такой огромный, как у этого юнита. Ребята, у этого юнита на максимальном уровне радиус просто огромнейший. Ну, естественно, кто за этого юнита играет, вы, наверное, и так этого в курсе, да? Но кто особо часто не играет или кто давно не играл за этого юнита, вы сейчас увидите. Радиус у этого Годли Ньюта просто громаднейший. Да, вначале у него маленький был радиус, вот такой вот просто малюсенький, да. Но на максимальном левеле у него радиус просто огромный. Так, у нас, кстати, уже появился вторая, получается, второй кружочек, да. У нас появился меч. Вот в этом радиусе он будет использовать свой меч. Наносить, скорее всего, какой-то крит урон. Какой именно, я, если честно, не знаю. Может быть 100 тысяч, может быть 20 тысяч, пока что без понятия. Естественно, скорее всего, с прокачиванием этого юнита урон крит от меча будет увеличиваться. Но мы сможем уже посмотреть, какой у него урон будет, скорее всего, когда у нас уже пойдут всякие туалеты там по 200, по 500 тысяч хп, по 300 тысяч хп, по миллиону, тогда уже мы сможем посмотреть. Но к тому времени у нас уже будет туалет, ой, точнее не туалет, а юнит уже будет максимального левела, и как раз таки посмотрим, какой урон меч наносит на максимальном левеле. Но опять же, точно я сказать не смогу, скажу только примерно. Но, ребята, если вы знаете, сколько на максимальном уровне наносит крит уроном год юнит вот этим мечом, то напишите в комментариях, будет интересно прочитать. Так, давайте сейчас, наверное, попрокачиваем наши фармилочки, а то у нас денег, опять же, не так много, ну не то чтобы много, да, точнее не то чтобы мало, но недостаточно для того, чтобы было приятненько нам играть. Так, с этим чувачком мы достаточно легко справляемся, но видите, нас тупо застанили, все. Как бы юнит неплохой, да, наносим уже достаточно неплохой урончик, да, в принципе 4200 в 0,7 секунд, это неплохо, но из-за того, что у нас маленький радиус, туалеты успевают сюда подлететь, либо подойти, и начинают нас фигачить, а именно станить, и в итоге проходят. Поэтому что мы делаем? Мы ставим вот сюда вот этого юнита, и... дополнительный урон будем с помощью него наносить. Без него, естественно, мы проиграем попросту. Так, сейчас мы 1500 копим, прокачиваем его еще. Все, супер, теперь он будет сосить достаточно неплохой урон. Я думаю, мы спокойно добьем полицейского, спокойно добьем пилу, и мутанта тоже мы добьем. Поэтому тут уже, в принципе, можно не переживать. Пила нам тоже ничего не сделает, мутанта добьем. Все, хорошо, теперь нужно прокачивать нашего вот этого юнита сейчас за 6 косарей. Тогда у него радиус увеличится, и уже будет, естественно, полегче. Так, стоп, пила добьется, все, не, пила добилась, все хорошо. Все под контролем. Я думал, сейчас у нас уже пила пройдет, и все, ГГ. Так, за 6000 прокачиваем. Все, у нас добавился тут еще один телевизор, который наносит урон. Теперь мы уже сосим 5400-06 секунд. А вот этого чувачка. О, слава богу, фу. Если бы он пошел сюда, нам бы сейчас пришлось, скорее всего, ставить еще дополнительного юнита, и пришлось бы еще прокачивать, в общем, тратить лишние деньги. Но, слава богу, он пошел сюда направо, поэтому мы успеем его немного нанести урон. Но только у нас тут главная проблемка то, что...
то, что да, смотрите, мы сейчас делаем вот так вот, добиваем его, да? Да, все, ладно. Пришлось потратить, конечно, 300 дополнительных денег, но ладно, ничего страшного. Вот, видите, опять же, конечно, приходится делать некоторые дополнительные траты, потому что все-таки... Изначально у этого юнита достаточно маленький радиус, поэтому его постоянно станет. Он хоть и урон наносит неплохой, но его постоянно станет, поэтому он не может никак выносить этих туалетов. То есть нам жестко помогает Фрози Джей Спикерман и еще помогает вот этот челик. Вот, он нам прям очень хорошо помогает. Без него было бы тяжело. Вот, то, что юнит хоть и хороший, но вначале, пока мы его не прокачаем на максимум, он не супер жесткий, потому что его постоянно станет, и туалеты проходят, и у нас есть шанс, естественно, проиграть. Но... После прокачки он улучшается намного. Так, сейчас нам нужно 8000. Смотрите, у нас уже пошел уф, у которого стало 200 хп. Кстати, он пока в невидимке, мы не можем ничего сделать. Так, меч. Ну, пока, наверное, меч мало сносит. Если честно, не знаю, сколько. Если честно, я что-то не совсем понял, сколько он сносит. Так, все, прокачиваем за 8 косарей. Ой, хорошо. Смотрите, теперь у нас уже... У нашего телевизора достаточно большой радиус. Кстати, я надеюсь, мы уже сможем его добить, да? Потому что осталось 32 хп. Мы сносим 7500 в секунду. Ну, вроде да, вроде должны будем его добить. Все, хорошо. Смотрите, все, достаточно большой радиус. Вот в таком радиусе мы уже бьем лучом, точнее лазером, который сносит достаточно неплохой урон. Бьем АОЕ уроном, плюс еще мечом дополнительный урон. Достаточно офигенно, все у нас сейчас идет. Так, нам нужно 10 тысяч, чтобы прокачать еще его. И у нас уже будет 9600 урона в 0.4 секунды. Это уже где-то почти, ну, больше 20к урона в секунду. В принципе, неплохо. Такс. Тут у нас, конечно, вертолетики всякие, да, пока что нас не станет, что хорошо. Так, давайте за 10 тысяч прокачиваем, все, отличненько. Урон увеличивается, радиус увеличивается, смотрите, у нас уже радиус 55. Просто посмотрите, какой у него уже огромный радиус. Он уже тут будет даже немножко своим лазером задевать, это же вообще офигенно. Радиус у него просто громаднейший. Так, вертолет, точнее, самолет мы добьем, хорошо. Видите, нас опять застанили, это не есть хорошо. Так, давайте прокачаем наши вот этих, наши фармилочки, потому что у нас денег не так много. Давайте еще за 2 тысячи прокачаем, еще за 2 тысячи прокачаем. Так, пока никто не прошел, хорошо, этого мы добиваем. Так, тут у нас, смотрите, лазер достаточно неплохой урон сносит. Меч, сколько сносит меч вообще? Поймем мы, нет? Нет, пока у нас тут юниты слабенькие, мы не сможем понять, сколько наносит, какой крит урон у нашего меча. Но ничего страшного. Так, давайте дальше, за 2000 еще прокачиваем за 3000, хорошо. Так, осталось еще немножко, у нас уже будут фармилки на максимальном левеле, будем получать по 6000 уже денег каждую валу. И тогда будем спокойненько прокачивать нашего good юнита на максимум. И, в принципе, поставим даже несколько штучек, прокачаем. И как раз таки посмотрим сумму прокачки. Получается, у другого good юнита прокачка стоит суммарно вместе с тем, чтобы поставить юнита на территорию, стоит 46 тысяч. У этого юнита не знаю, еще не считал, но мы посчитаем. Так, пошел уфа. Ой, вот тут у нас уже проблемка. Смотрите, нас сейчас жестко станет. У нас уже прошел один уфа, прошел второй уфа. Нас опять жестко застанили. Странно, да, как-то жестко застанили? Это вообще как? Так, ладно, нас станет, и у нас сейчас реально большие проблемы. Я не знаю, мы сейчас справимся, нет? Давайте, наверное, поставим еще одного, может быть, юнита. Давайте на всякий случай поставим сейчас еще одного. Пусть работает, хорошо. Тут у нас как бы 60 тысяч хп, да? В принципе, мы его добьем, плюс у этого еще должен быть вроде как радиус в этом месте должен работать, да, теоретически. Но только нас что-то тут прям сейчас жестко присутствует. Пожалуйста, направо, направо. Ой, все, хорошо, отлично. Все хорошо, да, у этого радиус работает. Тут, если что, он тут, в принципе, у Юра нам тут помог, да, тут еще помог, все, хорошо. Нормально, вроде работаем, вроде все в порядке. Давайте сейчас еще за 1000, за 6 тысяч прокачаем. Также, чтобы получше работал. Так, этих челиков мы, в принципе, добьем. У них не так много хп, поэтому все в порядке. Так, ой, пошел уже у нас, смотрите, клоу туалет, у которого 300 хп. Сможем посмотреть, какой у нас крит урон? Нет. Так, у этого непонятно. Так, давайте, бам. Ну-ка, смотри, 200 хп. Ну, где-то, мне, я точно не уверен, но мне кажется, примерно в районе, может быть, 30 тысяч на этом уровне. Вот смотрите, у нас сейчас у Godly юнита получается какой левел. Так, этого мы добьем. Хорошо, этот 300 хп, это опасно достаточно. Так, у нашего юнита 6 левел, это еще не максимальный далеко, и даже не предмаксимальный, но примерно, мне кажется, 1030 крит урон был. Хотя не уверен, опять же. Так, давайте, наверное, мы сейчас что сделаем? Прокачаем вот этого за 8 тысяч, чтобы тоже появился лазер, потому что у нас тут пошел достаточно жесткий челик. 170 тысяч хп, не знаю, ну, вроде как мы должны будем с ним справиться, да? Смотрите. Так, ну этого мы добиваем точно, вот этого мы добьем, нет? Смотрите, 70 тысяч хп, пожалуйста, направо. А, нет, все нормально, нам помог другой юнит, отлично, хорошо. Все под контролем, можно, я думаю, пока что дальше нажимать автоскип, хорошо. Давайте здесь за 3000 прокачаем, этого за 3000 прокачаем. Все, теперь у нас уже все три фармилки предмаксимального уровня. Отлично. Так, у нас уже 35-я волна за 12,5 минут. Достаточно мы неплохо справляемся, в принципе, и... В принципе, вроде как. Я думаю, мы сможем это пройти. Вот, достаточно быстро. Мне кажется, мы сможем это пройти буквально за, ну, минут...
Ну, минут, мне кажется, 18, мне кажется, нам хватит реально. Так, давайте за 6 тысяч прокачиваем еще одну фармилку, хорошо. Давайте сейчас следующую прокачаем тоже за 6 тысяч. Ну и дальше, в общем, прокачаем всех на максимум. Прокачаем Good Unit на максимум, прокачаем этого. Так, с 6 тысяч, хорошо, прокачиваем еще. Так, отлично, такой радиус, радиус огромный просто. Здесь тоже у нас уже большой радиус. Так, давайте сейчас мы 6 тысяч фармим. Так, смотрите, пошли самолетики, да? 100 тысяч хп, смотрите, у этого, ну тут непонятно. Тут непонятно, слишком мало хп. Мы слишком быстро их сносим. Так, тут, ну смотрите, 90 тысяч хп. Ну, в общем, непонятно. Мне кажется, в районе... В общем, ладно, я не буду гадать, потому что, если честно, непонятно. Короче, этот меч у Good Unit достаточно вроде как неплохой дополнительный урон сносит в качестве крита урона, да? Но я не знаю сколько. В общем, ребята, если вы знаете, сколько сносит на максимальном левеле юнит, да, мы его сейчас, конечно, еще на максимальном левеле прокачаем. Кстати, у нас уже теперь все, у нас фармилки на максимальном левеле. О, кстати, мы эту штуку на максимальном левеле не прокачали, оказывается, да? Давайте прокачаем. Так, с фармилки на максимальном, это на максимальном, это на максимуме. Так, тут у нас прошли какие-то сейчас всякие не... Какие-то плохие юниты прошли, да? Но я думаю, мы их добьем. Вроде должны будем добить. Надеюсь, на этом. Ну, вроде как должны будем добить. Так, нам нужно сейчас 15 косарей. 15 тысяч, чтобы прокачать данного юнита. Так, смотрите, 15 тысяч, все, есть, прокачиваем. В общем, в комментариях, ребята, напишите, кто знает, какой урон сносит меч у максимального уровня годли юнита апгрейд Сланс Синемамена. Вот, мы его, короче, сейчас прокачаем тоже на максимум. По-моему, 20 тысяч тоже будет максимальная прокачка. Вроде бы как, да? Вот, мы сейчас прокачаем и посмотрим уже сами тоже, какой урон у него от меча. Так, смотрите, радиус просто, смотрите, бумс, просто офигеть. Мало того, что у него радиус какой-то, смотрите, получается, сейчас покажу вам, чекайте. Получается, радиус лазер, радиус АОЕ, радиус меча и какой-то еще черный радиус. Я не знаю, что делает черный радиус, возможно, же взрывает или что-то делает, но, в общем... Что-то черный радиус тоже что-то делает. Что, не помню, если честно, но сейчас посмотрим. А, да, видите, да, он рукой. Он что-то рукой, короче, замахивается и что-то делает. Скорее всего, какой-то тоже дополнительный урон наносит. Может быть, какой-то взрыв или что-то типа такого. Так, сейчас мы за 20 тысяч прокачаем. У нас будет максимальный уровень год-лимита, да. Все, прокачиваем. Да, все, максимальный левел 14200 в 0.2. Что там, 72 тысячи урона в секунду. Вот. Громаднейший радиус в 65. Просто офигеть, какой огромный радиус, да. Так, и что еще? Давайте прокачивать вот этого юнита теперь, да? Нам нужно сейчас мы, короче, прокачаем вот этого юнита на максимум, а потом посмотрим еще на примере третьего угодного юнита, какой будет максимальный, в общем, сколько стоит прокачка. Так, смотрите, прокачиваем за 10 тысяч. Ну, вроде, смотрите, мы ставим за 3 косаря, да? Потом прокачка стоит 3 тысячи, потом, по-моему, прокачка стоит... Не знаю, не уверен. не знаю, сколько стоит прокачка. Так, давайте-ка. Давайте. Вроде справляемся достаточно мы неплохо. Такс, 15 тысяч, давайте, хорошо. Так, тут у нас что? Хеликоптер, бомба, такс. Так. Ну, вроде с этим мы справимся, да? Хотя тут, конечно, смотрите, 100 тысяч хп, 400 хп, 400 хп, достаточно опасненько. Я бы даже сейчас, на самом деле, убрал бы на всякий случай автоскип. Чё-то как-то мне тут, если честно, не нравится сейчас данная обстановочка, то, что нас еще станет постоянно. И как-то, пожалуйста, направо. Хорошо, отлично, направо пошел. Так, этого мы застанили, да, вроде как он что-то остановился. Так, тоже пошел направо, все, мы его добили, хорошо. Если пошел бы налево, было бы опасненько. Хотя, в принципе, это в юнит достаточно большой радиус, я думаю, мы добили бы, наверное, да? И это тоже добил бы. Так, скипаем, все, у нас 20 тысяч есть, у нас еще 3 волны есть. Не знаю, сможем ли мы до третьей волны еще на максимум прокачать одного. Смотрите, мы ставим сейчас за 3 косаря, да, мы ставим сейчас за 3000 его. Бам, ставим. Так, какой, короче, урон сносит меч, да? Я без понятия, но вроде большой. Так, сколько сносит годли юнит? Я, если честно, не знаю. Можно даже посмотреть в интернете, если честно. Upgraded... Ой, не урон, а... Сколько стоит его это? Сколько стоит его прокачка, мне просто интересно. Так, давайте прокачиваем. Смотрите, 3000, да? 3000 второй левел. В общем, у него, получается, смотрите, поставит 3000... прокачка стоит 3 косаря, потом 4 тысячи, да, потом 6 тысяч, получается, смотрите, что мы прокачаем его. Так, давай. 3 тысячи поставили, 3 тысячи прокачка, потом 4 тысячи, 6 тысяч, 8 тысяч будет следующая прокачка, потом 10, 15, 20. В общем, суммарно, если посчитать, то это будет, смотрите, сколько стоит, да, что потратить на максимальный левел, да. Получается, смотрите, мы сейчас, получается, считаем. 3000 плюс 3000 плюс 4000 уже, да? Плюс 6000, 8000, 10,
15 и плюс еще 20 косарей. В общем, чтобы прокачать на максимальный уровень Godly юнита, нужно 69 косарей. Достаточно дорого, кстати-ка. Реально. Вот сейчас смотрите, 10 тысяч, 16 тысяч, 24 тысячи, 34 тысячи, 34, 49. Да, и 69, да. Чтобы на максимум прокачать данного Godly юнита, нужно потратить 69 тысяч. А на прокачку другого Godly юнита, да, который может стрелять золотыми подарками, нужно потратить 46 тысяч, что не так дорого. То есть 46 против 69, это 23 тысячи разница, достаточно весомая сумма. То есть того юнита прокачать проще. Но опять же посмотрим. Посмотрим, как будет по игре. Так, у нас получается по итогу 3 Godly юнита. Третьего мы, конечно, не успеем, скорее всего, прокачать на максимум. У нас 50 волна идет. Вроде все в порядке. О, кстати, теперь у нас же 50 волна, да? Мы можем спокойно продавать вот эти штучки. Продаем. Так, прокачиваем этого юнита на максимум. Естественно, прокачиваем со счета все. У нас теперь, смотрите, 3 Godly юнита, 3 апгрейда на синего мэна на максимальном левеле. Сносит каждый по 71 тысяча. Вот. И, в принципе, мы неплохо справляемся. Такс. Все, так, Science Steve Man. Точнее, Science из Toilet. Так, давайте вот эту мы тоже, наверное, эту штучку продадим. Я думаю, нам это особо сейчас не нужно. Давайте попробуем поставить еще одного. Godly. Пусть тоже работает, почему нет. Так, смотрите, Science-то вроде мы достаточно быстро убиваем. Вот, первого убили сейчас уже практически. Второго сейчас мы тоже добьем. Все, Science-тов мы порешали, окей. Так, идет босс, нам нужно его, естественно, затащить. Так, все, прокачали, у нас третий левел есть. Так, массив базоу, что это у нас, Овен, или как он называется, да, Овен. Осталось 600 тысяч хп, ну, кстати, смотрите, у нас 3 Godly юнита максимального левела, да. Но, как мы видим, мечи вроде не так много сносят хп. Так, босс, 3,3 миллиона хп, но мы уже его практически добили. Осталось уже 1,5 ляма, практически ребята затащили уже. Так, давай, работай. Так, все, 600 тысяч хп. Так, у этих тоже по 800 остается. Так, все, и отлично, справились. Так, ну и остается у нас, получается, Quad Rocket Mutant Toilet. 200 тысяч хп, 600 тысяч хп, и мы справились. Вот смотрите, ну, мечи, вот видите, бамс, меч, да, бам-бам, ну, вроде не так много. Кстати, как я заметил, если у вас последний юнит, точнее, последний туалет остается, это босс, да, Frost. Если вы его убиваете последним, то у вас засчитется, что вы прошли все 50 волн, вы получите 200 подарков. Но если вы убили босса, но у вас еще осталось, например, 2 юнита, как у меня, да, сейчас, ну, не 2 юнита, а 2 туалета, то у вас засчитется, что вы прошли 49 волн. Хотя выиграли 50 и получите всего 197 подарков. Не знаю, как это работает, но, в общем, как-то так. Все, короче, ребята, мы прошли, получается, с Godly юнитом за 19 минут 57 секунд, да, за 20 минут, короче. В общем, каточка мне понравилась. Достаточно неплохо. В принципе, я играл расслабленно. Не было чего-то сложного, в принципе, как с мификом из новогоднего обновления, да, с Синистером. Играл достаточно легко, расслабленно, ничего сложного. В общем, каточка мне понравилась, мифик тоже классный. Теперь полетели сейчас играть с Титаном Презентменом и попробуем их сравнить. Но пока что Godly старый юнит мне, в принципе, нравится. В общем, полетели в следующую катку. Так, ребята, все, я уже залетел в следующую каточку, взял другого Godly юнита, нового Титан Презентмена. Точно такой же состав, вроде Джи Спикермен, Санта Тива Мэн, поставил уже я автоскип. И давайте потихонечку будем играть. Посмотрим, за сколько по времени я смогу пройти данную катку. Насколько мне понравилось играть этим юнитом по сравнению с другим Godly. Ну и, в принципе, посмотрим вообще, какая каточка у нас получится. Такс. Вторая волна. В общем, точно так же делаем. Прокачиваем этого юнита, ставим фармилочки, ставим мифик, ставим, точнее, Godly юнита, а не мифика, да. Вот, но немножко тактика может по-другому может отличаться. Почему? Потому что у того юнита стоило, получается, стоила сумма, да? Ну, в общем, сумма была 3000, чтобы поставить его на территорию карты. У этого всего косарь, поэтому мне его будет поставить намного быстрее, чем другого Godly юнита. Вот, поставлю его намного быстрее, мне не надо будет так долго фармить на него деньги. Поэтому я его поставлю достаточно быстро. Поэтому, естественно, немножко тактика, немножко игра будет отличаться, но плюс-минус будет точно такая же. Так, давайте-ка. 348, сейчас у нас будет новая волна. Прокачиваем за 400. Так, давай. Ну-кась. Все, хорошо, прокачали. Все, теперь смотрите, что мы делаем. Мы ставим фармилочки. Вот, и после этого, если я как, что я делал? Я прокачивал его за 800, потом, по-моему, еще за 1500, и только потом я уже ставил Godly юнита за 3 косаря. То сейчас я его даже за 800, наверное, прокачивать не буду, я поставлю 3 фармилки, вот, и у меня уже хватит денег, чтобы поставить себе Godly юнита за косарь, ну, а потом его, естественно, я тоже прокачаю на максимум, чуть погодя. Такс, давай-ка, давай, $200, все хорошо, первого поставили. Так, давайте сейчас вторую поставим, точнее, ну, первого Санту, да, поставили, сейчас поставим второго Санту.
Такс. Давай новую волну, седьмую. Ну-ка, все, $200 есть. Так, у нас тут $34, но сейчас мы еще немножко подкопим. Либо на туалетах, либо если будет сейчас новая волна. Поставим третьего, у нас уже будет максимум. И немножко нам останется, и у нас уже будет Godly Unit стоять на нашей территории. И будет уже фигачить этих туалетов. Так, седьмая волна, у нас $458. Чисто теоретически можно прокачать двух за 200, наверное, да? Давайте прокачаем двух за 200. Сейчас мы еще немножко подкопим. Плюс новая волна. И у нас уже косарь в кармане, и мы ставим этого юнита. Вот. Ну, вроде как-то так, да? Смотрите, да, мы сейчас подкапливаем на этих туалетах. Вот, плюс еще вот эти. Все, у нас $800. Сейчас нам буквально, смотрите, $200, да, уже 150. Мы ставим Титан Презентмена и начинаем уже жесткую игру. Такс, давай. $100, $50, $17, все, 1000 есть. Ставим вот сюда юнита, вот так, банс, все, хорошо поставили. У него точно изначально радиус точно так же, как у другого юнита, достаточно маленький, но все равно побольше, чем у другого. Все, он начал уже фигачить подарками, урон сносит по 3 косаря каждую секунду. Максимальный урон 39900, что меньше, чем у другого юнита, да, у прошлого. Прокачка стоит 5 косарей, потом будет стоить аж 40 тысяч. И на максимальном левеле будут золотые подарки сносить по 500 тысяч урона. Вот такие дела. Так, сейчас предлагаю прокачать, наверное, его за 800. Прокачать еще фарминочки наши. Давайте $200, дальше $500. Сейчас еще дальше будем прокачивать. Все, смотрите, 5000 мы еще накопим не скоро. Поэтому сейчас прокачиваем фарминочки. Потом прокачаем наших Титан Презентмена. Ну и потихонечку будем дальше уже как-то играть. Так, 500. Давайте сейчас еще одного за 500. Давайте. Давай. Долокол туалет. Убивайся. Так, $1 не хватает. Нам не хватает всего $1. Ну давай, паучка, быстренько фастиком. Давай зафигач. Так, хорошо, за 500, отлично. Так, все. В общем, как видите, подарки сносят достаточно маленький урон, обычный. Кто-то взрывается, кто-то замедливает. В ауе радиусе уже сносит достаточно неплохой урон, именно 3000 в секунду. Вот, а золотой подарок сносит больше всего урона. Ну, по крайней мере, на первом, на втором левеле не знаю, сколько сносит, но на максимальном уровне за 40 косарей на третьем он будет сносить ни много ни мало, но целых 500 тысяч, что просто офигеть какой урон. Так, прокачиваем 800, прокачиваем еще 800, хорошо. У нас уже, кстати, 14 волна буквально за 4,5 минуты. Неплохо двигаемся, реально неплохо справляемся, хорошо. Так, с этими чувачками что, мы справимся, нет? Добьем, нет? Давай. Мутант, все, хорошо, добили, отлично. Нас застанили, это очень плохо. Так, ну уже 1500. Все, прокачиваем еще вот этого чувачка. Так, и нам придется поставить, скорее всего, как и в прошлой катке, вот сюда еще одного юнита, еще одного Фрози Джесс Пикермена, чтобы он тоже нам немножко саппортил и помогал с туалетами, которые будут проходить дальше. Из-за того, что наши юниты застопили, застанили, и он попросту не успел их убить. Так, мы добьем, да? Добьем этого полицейского. Ой, нас застанили, а это плохо. Пожалуйста, направо, только не налево, направо. Отлично, мы добьем его, все хорошо. Если бы он пошел налево, было бы опасно. Но как, я просто послал бы еще одного Фрози Джесса Пикермена, но пришлось бы из этого потратить лишние деньги. Так, давайте прокачаем. Успеет третьего, все хорошо, успели. А то если бы сейчас началась бы новая волна, я бы не успел бы прокачать, было бы плохо. Мы бы тогда потеряли бы еще лишние деньги. Ну, дополнительные точнее, да, будет так правильно сказать. Так, у нас уже 3 косаря есть. Сейчас давайте новая волна. Мы тогда прокачиваем нашего Godly Unit'а на второй левел за 5 косарей. Будет у нас уже урон, какой получается, ну, в районе 4300 в 0,5 секунд, это почти 9к урона в секунду, да? Ну, вот, 4300 в 0,5, в общем, где-то 8600 урона в секунду будет. Это хороший урон, офигенный, просто суперский. Такс. Дальше. Так, хорошо. Теперь прокачка ставит Сант по 2000. Так, прокачиваем одного. Прокачаем сейчас, наверное, даже второго успеем прокачать, да? Нет? Да, нет. Ну-ка, и давай, перед тем, как пойдет новая волна, успеем прокачать еще одного? Нам буквально не хватает 100, даже сколько получается? $23. Давайте, если мы сейчас успеем его прокачать до того, как начнется новая волна, будет... Нет, не успели, блин. Мы можем, конечно, убрать автоскип, мы прокачали бы, но ладно. Мы играем чисто с автоскипом, ребят. Так, вакуума добиваем. Все хорошо, все в порядке. Так, прокачка стоит 40 косарей, дорого, поэтому, естественно, мы его сейчас дальше не прокачиваем. Кстати, видели, в него вроде как полетела ракета, а он будто бы руками закрыл. А это, кстати, норм. Ну, ладно, другой, конечно, в спину его застанил, в крысу. Вот, взял, закрысил моего юнита. Так, за 3000 прокачали, дальше. Так, тут у нас что? Мутант. Мутанта мы убьем, я думаю, да.
С этими чувачками что делать? Давайте, наверное, поставим еще одного Годли, да? Вот сюда давайте ставим Годли. Вот, сейчас мы его за 5 косарей прокачаем, естественно. Так, потихонечку пусть он работает. Вот. Мне кажется, что, скорее всего, когда в него летят ракеты, мне кажется, каким-то шансом он может убрать этот стан. Ну, точнее, защититься. Потому что мне казалось, будто бы он руки поставил в защиту. Ну, либо мне просто показалось. Так, все, прокачиваю вот этого на максимум, чтобы он сносил по 7,5 урона АОЕ радиусом. Видите, он еще тут даже задевает, еще даже этого сносит, видите? Он находится тут, а сносит урон даже здесь. Так что офигенно. Все, прокачиваем этого за 5 косарей. Хорошо, теперь у нас уже 2 годлинта по второму левлу. Сносит неплохой урончик. Плюс еще подарочки. Подарочки, конечно, с маленьким шансом падают золотые, но сносят офигенный урон. Так, прокачиваем сейчас вот этого за 3000. Так, это у нас за сколько? 6 косарей стоит, хорошо. Давай, давай, давай. У нас 23 волна за 7 минут. Так, прокачиваем за 3000. Прокачиваем еще за 3000. И все. Осталось теперь прокачать их на максимальный левел. По 6 косарей каждый. Прокачиваем и дальше тащим. Ну и уже начнем тогда прокачивать наших год-юнитов на максимальный левел, потому что мы будем фармить по 6000 долларов каждую волну. И в принципе благодаря этому мы спокойненько сможем нафармить аж целых 40 тысяч, да, 40 тысяч для того, чтобы прокачать наших титан-презентменов. Так, давай мутантолет 2.0. Мы сейчас их всех добиваем, в принципе спокойненько. Золотые подарочки, видите, что-то не часто летят, конечно. Это не есть хорошо, но... Ну ладно. Так, играем на автоскипе. Все в порядке, все нормально. Пока что играем, вроде все хорошо. Все, у нас уже, кстати, две максимальных фармилки. Два максимальных санты, да. Остался последний. Все, сейчас еще одну волну. У нас уже будет 6000. Мы прокачиваем. И у нас уже будет 3 максимальные фермы. Вот, будем фармить по 6000 долларов каждую волну. И будем вообще прекрасно тащить. Так, 6000, хорошо. Дальше. Все, у нас 27 волна, максимальные фермы, можно еще на максимальный левел прокачать, видите, кстати, у нас даже тут фортиджей максимальный, а вот тут еще не максимальный, это нужно исправлять на самом деле. Сейчас мы 3500 фармим, прокачиваем фортиджей здесь на максимум, все, теперь у нас, эй, давай. Все, теперь у нас 2 максимальных фортиджей спикермена, стоят они по 7,5 тысяч урона в секунду, просто на ура. Тут помогают тоже достаточно неплохо, казалось, 90 тысяч кп достаточно много, но мы его сейчас спокойно убьем, потому что тут он пока идет, мы ему уже просто тут офигеть сколько хп наносим. Так, 40 тысяч прокачки, давайте, наверное, тогда все копить, да, потому что у нас еще 2 фрозиджей на максимум, фармилки на максимуме, осталось только 40 тысяч накопить, чтобы прокачать на максимальный левел нашего титан презентмена, чтобы он сносил по 39 900 урона в секунду, а у его уроном. Вот, наносил неплохой урон сплэшем. И также кидал золотые подарки с каким-то маленьким процентом. И наносил аж целых 500 тысяч урона. Просто офигеть. 500 тысяч урона, да? Казалось бы, вроде урон у него не такой большой, да, 40 тысяч. Но благодаря подаркам он жестко фигачит прям. Так, давайте. Давай. Че, золотые подарки вообще кидают? Мне кажется, я еще прям ни одного не увидел золотого подарка. Может быть, просто я не заметил. Так, давайте, золотые подарки, где золотые? Так, за 2000 есть, все. Сейчас еще буквально одна волна, и в 32-й мы сейчас уже прокачиваем нашего первого гудлинта на максимальный левел за 40 косарей. Так, тут у нас что? Ну, тут у нас все в порядке. Так, пошел еще один уфа. О, был золотой подарок, видели, да? Уфа, 22 косаря, просто офигеть. Это прям очень дорого. Так, 39 тысяч, давайте. Прокачиваем, все, у нас теперь максимальный левел. Видите, кстати, у другого годлинита был радиус максимальный 65. У него был просто вот такой вот радиус, прям огромный. У этого радиус достаточно тоже большой, неплохой как бы радиус, да, но всего 40 на максимальном левеле. Как бы 40 это, конечно, неплохо, мне нравится, я не против, но у другого юнита радиус, конечно, побольше будет. Так, с этими чувачками вроде справляемся. Так, что по золотым подаркам, нас опять застанили, это плохо. Так, этого юнита тоже застанили, но вроде фрозиджей спикермен нам помогает, все хорошо. О, видели, был золотой подарок, который, наверное, который, скорее всего, нанес 500 тысяч урона. Так, у нас уже 18 900 есть, сейчас мы 40 тысяч дофармливаем, прокачиваем еще одного годлинита на максимум, на третий левел, и будет просто все суперски. Так, смотрите, что у нас тут по золотым подаркам? Я хочу посмотреть золотые подарочки, вообще, что у нас тут вообще по урончику, да, смотри, 200к, эй, ты куда полетел, гад? Так, давайте, смотрите, 200 тысяч, 200, 150. О, видели, да? Было 180 тысяч хп, а они наносят всего по 40 тысяч. Получается, смотрите, этот наносит примерно 8 тысяч, да? А это наносит всего 40 косарей. Но у туалета было 180 тысяч, а мы его бац и убили. С легкостью благодаря золотому подарку. Такс.
Так. Уфа туалет. Мы его добиваем, все хорошо. Так, у нас 38 тысяч. Мы сейчас уже прокачиваем этого на максимум, да. Давай. 38 тысяч. Сейчас мы его прокачаем уже на максималочку. Будет просто офигенно. Такс, и давай, все, прокачали на максимум. Теперь у нас уже два максимальных Godly юнита. Так, предлагаю поставить еще одного Godly юнита куда-нибудь вот сюда, так чтобы его, если что, особо не станили. Прокачиваем за 5000, вот. Тут он, в принципе, будет наносить дополнительный урон, что неплохо. Такс, возможно, было лучше его сюда поставить, ну ладно. Такс. О, золотой подарочек был, хорошо. Так, 38-я волна, почти 40-я, и уже всего лишь за 12,5 минут. Ну, кстати, вроде мы плюс-минус одинаково идем, как в прошлую катку, да? Ну, мы прошлую катку прошли за 19 минут 57 секунд. Вот, посмотрим, сколько, за сколько по времени мы пройдем эту катку. Такс. Этих чувачков мы быстро убиваем. Вот этих сломанных, да, как бы зараженных спикерменов мы тоже легко утащим. Так, этих чувачков тоже легко тащим. Все в порядке, все супер. Так, нам нужно 40 тысяч. Нам нужно 40 тысяч, чтобы прокачать еще одного Godly юнита на максимум, чтобы он тоже наносил 40 тысяч урона в секунду, плюс золотые подарочки делал. Вот, раздаривал, скажем так, туалетом, да? Типа дарит, а на самом деле их убивает. Так, давай. Все, 40 волна за 13 минут. Осталось 10 волн, и мы уже победили, и будем делать итоги. Так, ну пока непонятно. Кстати, вот если честно, вот в прошлом видосе, когда я сравнивал мифика нового, да, Синистера, и Godly вот этот Stamp Presentman, то... Как бы мифик был офигенный, да, но с ним прям нужно было попотеть. Было достаточно опасно играть, потому что у нас там оставалось реально мало хп у базы. Ну, или было немало хп, или там, по-моему, никто к нам не прошел, но, в общем, было тяжеловато играть. Вот, приходилось немножко попотеть. А вот с Titan Presentman было прям супер легко играть, было прям вообще офигенная карточка, мне прям супер понравилось. Но, и поэтому я как раз и выбрал, что лучше брать Titan Presentman, чем мифика, да. Но в этом видосе, если честно, не знаю. Мне вроде и прошлый Godly нравится, и этот Godly нравится, но, в общем, посмотрим в конце. Вот, но опять же говорю, ребята, это мое личное мнение. Свое мнение вы можете написать в комментариях, кто вам больше нравится, старый Godly или новый Godly. В общем, можете написать. Такс. У нас уже, кстати, 3 Godly юнита на максимальном левеле, которые неплохо сносят, да, плюс подарочки делают еще неплохие. Туалетом, да? Так, давайте прокачаем еще вот этого. Поставим, чтобы он тут на уголочке фигачил тоже. Будет достаточно неплохо. Так, с золотым подарком мы, кстати, неплохо замахиваемся, нормально. Так, сможем ли мы прокачать еще до конца катки? Ну да, кстати, до конца катки мы еще успеем прокачать еще одного Титан Презентмена на максимальный левел за 40 тысяч. Так что у нас будет 4 максимальных юнита. Получается, старых Godly мы смогли только 3 на максимальный левел прокачать, здесь мы сможем, наверное, только 4 прокачать. Хотя, может быть, даже больше, потому что мы еще продадим фармилки на 50-й волне. Продадим еще Frost DJ спикерменов, может быть, сможем даже больше поставить, может быть, 5 поставим. Но 4 точно. 4 будет точно на максимальном левеле, возможно, еще будет 5. Посмотрим, как получится. Так, давайте, золотые подарки, смотрите, 300 тысяч, 300 тысяч, 300, 300, так, 280, 250... Ага, золотых подарков нету, да, как я вижу. Золотые подарки что-то вообще не хотят мне падать. Это плохо. Это реально плохо. Так, что-то тут, кстати, туалета проходит достаточно опасненько. Но я думаю, этот юнит, в принципе, нам посаппортит. Этого точно добьет, другого тоже дополнительный урон снесет. А у этого, в принципе, радиус большой, и он тут спокойно зафигачит. Так, давайте, 40 тысяч, все, прокачиваем. У нас вот теперь уже 4 максимальных титан презентменов, отличненько. Этого чувачка мы тоже легко добиваем, да, все в порядке, все хорошо. Так, мутанты, смотрите, что-то тут мутант, блин, своей кислотой прям что-то у нас жестко станет. У него был 1 000 000 хп, но мы, кстати, уже практически его добили. Так, давай. Можно, кстати, золотой подарочек кинуть, было бы неплохо, ребята, давайте. Может быть, вы золотой подарок. О, видели? Было 170 хп, а мы его прям за один подарок просто зафигачили. Так, я могу поставить еще одного юнита. Давайте поставим, мне кажется, вот здесь их больше спавнится. Давайте поставим куда-нибудь вот сюда. Поставим, прокачаем сейчас на максимум. Вот, у нас 48-я волна тем временем, да? Осталось 2 волны, мы уже прошли. Так, этих чувачков мы тоже легко фигачим. Хорошо, так, у нас 20 тысяч есть. 49-я волна, сейчас, короче, будет 50, мы получаем деньги, продаем быстренько всех санд. И мне вот интересно, с какой стороны пойдет... Пройдет босс. С какой стороны будет босс? Даже давай, знаете, как мы сделаем? Я сейчас на максимальный левел не буду прокачивать титан презентмена. Вот, мы сейчас посмотрим, с какой стороны пойдет босс. И вот с какой стороны он пойдет, с той стороны я поставлю титан презентмена. Если что, я этого удалю и поставлю с той стороны, где босс будет. Смотрите, мы сейчас продаем. Так, чекайте, с какой стороны босс будет. Так, да господи,
камера. О, все, босс пошел с правой стороны, поэтому давайте поставим вот сюда юнита. Какой-нибудь вот сюда, прокачаем его на максимальный левел, все хорошо. Продаем еще. Продаем вот эту штучку. Дальше ставим еще одного... Давайте вот сюда, чтобы мы еще быстрее зафигачили нашего босса, да. Прокачиваем, ну и в принципе вот так вот. Да и в принципе можно еще на самом деле поставить. Тут, кстати, ой, а тут что-то как-то опасненько, да. Давайте поставим еще, давайте за 5000 прокачаем, хорошо. Дополнительный урон нам всегда не помешает. Так, ставим еще, в принципе, можно поставить, да, чтобы мы побыстрее зафигачили. Так, вот этого чувачка я бы на самом деле сейчас продал бы лучше. И поставил бы сейчас куда-нибудь еще, наверное, вот сюда челиков, да, наверное, за 5000 прокачаем. Так, ну этих челиков мы добьем, да? Да, вроде добиваем, вроде все в порядке. Так, а тут что-то опасно, кстати. Ой, ребята. Ребята, а что-то как-то... А, не, все нормально, фу. Просто золотые подарки что-то не спавнились вообще, слово совсем. Золотых подарков прям вообще что-то нету. Так, а можно золотые подарки, ребят? Так, а что-то опасно, кстати, реально, ребята, что-то опасно. Что-то я как-то немножко неправильно сделал, если че... А. Что-то я, ребята, немножко профуглся. Мне кажется, было зря продавать Frost DJ'ев. Ну, в общем... Так, ну... Не, ладно. Мы проиграли на 50-й волне. Да, что-то я немножко профуглся, но... Если вы смотрели мое прошлое сравнение, да, где я сравнивал новогоднего мифика и Титан Брэзетмена, то увидели, я вообще смог пройти. Там я прошел где-то за 18 или тоже за 20 минут, плюс-минус около этого. Вот, но я сам, когда в соло играл, я точно могу сказать, что за 18 минут можно пройти полностью, ну, за 18-19 минут можно пройти полностью новогодний режим за Титан Брэзетменом. Я заново его перепроходить не буду, чтобы выиграть, да. Вот, было, конечно, немножко как-то неловко то, что я в итоге проиграл, что-то как-то я немножко ошибся, походу, в тактике своей, да. Ну, будем считать, что я выиграл. Потому что, если посмотреть мой прошлый ролик, то по этой тактике я в прошлой гадке выиграл. Просто что-то я сейчас немножко профукался, что-то я немножко не досмотрел. Вот, поэтому мы проиграли. Ну, в общем, выиграть можно. Вы, если мой прошлый ролик посмотрите, вы это можете посмотреть. Начал путаться из-за того, что проиграл. Короче. Что по поводу моего мнения? В общем, катка проходит плюс-минус одинаково. За прошлого годли, да, за прошлого годли мы прошли за старого, да, за 19 минут 57 секунд. За этого год юнита можно пройти плюс-минус также за 18-19 минут. Но если немножко будете аккуратнее играть, то точно так же за 20 минут вы, в принципе, пройдете. По времени плюс-минус одинаково. А по поводу... За кого удобнее играть, если сейчас ответить не могу. Мне и тот нравится, реально. И старый Годли офигенный, сносит хороший урон, большой радиус, просто офигенный юнит. Прям очень понравилось играть. В общем, типа, я и старому ставлю Годли лайк, и этому Годли тоже ставлю лайк. За этого Годли мне тоже понравилось играть, я это в прошлом ролике говорил. В общем, тут сложно сказать. Но и если посмотреть по редкости, то опять же, ребята... Вот этот Годли, он намного реже, 77 тысяч экзистов, у этого уже 450 косарей. Вот этот стоит намного дороже, поэтому если считать, кого сложнее получить, выбить или затрейдить, то вот этот, конечно, будет намного дороже, чем вот этот. Как бы если вы хотите просто чисто каточку хорошо сыграть, хорошо отыграть, чтобы вам понравилось, то, конечно, вам будет проще затрейдить вот этого, потому что он дешевый, этот стоит намного дороже. Вот. Можно сказать, ординарного, точнее, какого-то определенного мнения я не могу вам выдать. Если в прошлом ролике я сказал, что мне конкретно понравился новый Годли, да, то в этом ролике не могу сказать. В общем, мой вердикт то, что и тот Годли офигенные, ребята. Плюс-минус одинаковые, мне не понравились. Вот, опять же, конечно, я немножко сейчас профукался, почему-то я проиграл в катке, даже как-то немножко реально неловко мне стало. Вот, но, в общем, победить можно было, просто я что-то немножко отвлекся, профукался, в итоге проиграл. Но, в общем, выиграть можно, вот, играется одинаково на расслабоне. В принципе, все супер, все офигенно. В общем, ребята, пишите свое мнение в комментариях, какой вам Годли больше нравится. Напишите свое мнение, будет интересно прочитать. Ну, а с вами был, как всегда, Цезарь. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Поставьте лайк на это видео. Напишите комментарии. Прожимайте колокольчик и залетайте в Дискорд, в Телегу. Все ссылочки будут в описании. Ну и всем удачи, всем хорошего настроения и до скорой встречи в новом видосике. Все, ребята, всем пока-пока.